С приходом Маргелашвили на пост президента в Грузии, я думаю, естественно, самым грамотным его шагом было бы пойти на сотрудничество с Россией, потому что это дало бы ему просто популярность в своей стране. Я не вижу никаких причин, чтобы это не случилось. По крайней мере, как я и предполагал, бывшего президента уже привлекают к уголовной ответственности. Значит, все идет в эту сторону.